Здравствуйте! Сегодня мы посмотрим вот такую вот штуковину. Ну, наверное, многие увидели уже такое. Вот я поэтому не буду делать из этого секрета. Это патефон. Значит, ситуация такая. Купил я этот агрегат на блошинном рынке в Риге давно, наверное, в конце 90-х. И не могу уверенно сказать, что это такое. Это новодел, или это оригинал, либо это смесь новодела с оригиналом. Я склоняюсь к последней версии, что это смесь новодела с оригиналом. Скорее всего, корпус новый, либо сильно-сильно реставрированный, а внутрь засунули части от старого патефона. Ну, сейчас мы это посмотрим повнимательнее. Ну, вот как бы что мы видим внутри. Ну, вот видите, внутри, да, это действительно патефон. Ну, тут завалялась ручка для заводки, тормоз. Это вот регулятор скорости, который позволяет сделать быстрее или медленнее. Ну и тонарм. Вот такой вот тонарм, который можно поставить. Сразу скажу, что завести мне его не удалось. Он не заводится. Я вообще подозреваю, что, ну, может быть, внутри нет ничего. Но это надо разбирать и смотреть. Ну, так как он валяется у меня очень давно, я, так сказать, не уверен, что я хочу его разбирать и возиться. Значит, что еще-то интересного? Вот тут вот есть такая интересная надпись. Вот на нее посмотрите. Это шильдик тут приклепан. Такой вот любопытный. Ну и тут вот тоже есть такая же точно приклепанная этикетка. Головка здесь исправная. Вот, потому что я проверял, звук есть от головки. То есть она рабочая, эта головка. Но больше вроде как тут ничего интересного нету. Ну, а теперь два слова про звук этого патефона. Ну, точнее, не про звук, а вот про вот эту штучку. Это значит, в таких моделях патефонах так оригинально устраивалась регулировка громкости. То есть, если вы полностью откроете, то звук идет полностью, выходит наружу. Можно было приглушить, закрывая эти дверки, или сделать ничего не слышным, полностью закрыв. Вот такая вот конструкция. Но это тоже для старинных патефонов нередкая конструкция. Ну вот, наверное, не знаю, что еще сказать про этот патефон. Не знаю, буду я его чинить, не буду. У меня нет такой уверенности, поскольку времени мало, а затей очень много. Ну, так вот он у меня стоит в качестве такого типа, как сувенира. Может быть, когда-нибудь, может быть, я не уверен, но может быть, я и соберусь заняться его ремонтом. Ну, вот на этом пока все. Про этот странный патефон спасибо вам большое, всего хорошего и до свидания.